колледж, Алматинский финансово-правовой технологический колледж. Дисциплина технолог-лепекарного макаронного производства. Тема практического урока «Приготовление теста для булочных изделий». Преподаватель Мамраев Махсат Нусултанович. Цель урока – приготовить тесто для булочки, соблюдая рецептуру. Вода должна быть по рецептуре 90 грамм. Работаешь только по рецептуре. Сейчас мы отработаем. Если у нас тесто будет слабовато, будем смотреть. И плюс должны тоже добавлять воду. Так, обнуляем. Обнуляем. Теперь у нас есть 7 грамм сахара. Сахар, дрожь, соль вместе должны перемешать. 7 грамм. Семьдесят грамм сахара и соль 4 грамма. Обнуляй. 4 грамма. Так, дрожжи 8 грамм. Обнуляй. Ровно должно обнулять. Полностью теперь надо его перемешать. Хорошенько перемешать. Чтобы... Или можно, в принципе, еще раз. Можно, в принципе, еще молоко добавить, если хочешь. По желанию. Так, обнуляем. Молоко у нас 70 грамм. Чтобы у нас вся жидкость в одном месте была. Полностью перемешать до однородной массы, чтобы она все растворилась. Не торопись, потому что время у нас, в принципе, именно самый главный этап – это приготовление теста. Как у тебя тесто получится, так и остальные ингредиенты у вас поднимется, хорошо получится. Теперь делаешь отвор. Чашка сперва добавляешь, сюда обнуляешь. И по граммам ложишь, что у тебя там, молоко, соль, сахар, вместе надо разбавлять. Так. Мы сперва муку просеяли, после этого мы должны сделать раствор. Раствор должен быть, у вас есть по рецептуре есть молоко, вода, сахар, соль. Сперва будем делать так. Воду 90 грамм воды, теплой воды, примерно 18-20 градусов должна быть. Температура, измерите, если есть. 20 градусов сперва берем 90 грамм. Должна пару снять и муку в первую очередь просеять. Работает по рецептуре, там грамматраж, там все такое, что не должно быть. Видите, рабочее место у меня всегда в чистом варианте. И настойка должна отличаться. Смотрите, делается так. Здесь сделали на эту рецептуру, но получилось чуть больше. Воду полностью по температуре по градусу сделал. Теперь у нас должно быть 60 грамм. Ты должна сделать так. Когда замешиваешь тесто, чуть воду по рецептуре добавляешь. Если она чуть крепкая, ты добавляешь чуть воду. А если чуть слабовато, ты добавляешь муку. Чтобы у тебя была однородная масса, самое главное, чтобы тесто у вас хорошо получилось. И получается должно быть 600 грамм. Это по 30 грамм, должно быть 20 штук делаешь. И с начинкой, когда вместе с учетом супека, у вас должно быть 2 изделия по 30 грамм, 60 грамм. Будет, должно быть. В основном делается так, чтобы 60 грамм, чтобы тесто у нас получилось, мы сделали
отработку сделали, здесь получилось 620 грамм, здесь получилось ровно 600. Теперь я рецептуру дам, тебе должно преобразовать. Так, смотри, по рецептуре сделаешь все. Домашнее задание. Узнать и написать другие способы приготовления теста для булочки и краткая характеристика.